Всем болельщикам казанского Акбарса первый предсезонный привет от команды. По стечению футбольных обстоятельств, победители последнего плей-офф континентальной хоккейной лиги и обладатели Кубка Гагарина 2018 года были вынуждены начинать подготовку к сезону за пределами столицы Татарстана. Еще весной была запланирована поездка в Сочи, и теперь игроки Акбарса именно здесь. Пока официально нельзя проводить организованный тренировочный процесс, ребята самостоятельно втягиваются в рабочий режим и проходят традиционный медицинский осмотр. Каждое утро начинается в 7:30, когда хоккеисты встречаются в фойе гостиницы, затем садятся в автобусы и отправляются в больницу. Путь от Олимпийского парка в Адлере, именно здесь расположен отель, в котором живет Акбарс, до медицинского учреждения в Сочи составляет около 35 километров, то есть где-то 40 минут времени. Привет, ребята! Доброе утро. Доброе. Начиная с 8 часов и до обеда игроки находятся во власти сочинских врачей, но под присмотром клубного медперсонала. Для подтверждения готовности к серьезным нагрузкам каждый должен побывать на приеме у дюжины специалистов. Учитывая то, что на первые сборы отправилось 36 игроков, в один день с задачей не справиться. Поэтому на прохождение медосмотра запланировано 3 дня. Предлагаем вам несколько эпизодов процесса без комментариев. Опережение сыграл? Ты вообще не уважает молодежь. Ну, может, положено. Ты спроси меня, как он себя чувствует вообще. Открыли глазки, открыли. Убираем. Все нормально, Данис, что получится? Ну, я думаю, лучше спросить у специалиста в этом направлении. Здоров? Здоров. Здоровье Дениса Зарипова, равно как и остальных игроков Акбарса, вопросов у врачей сочинской больницы не вызывает. И это первая позитивная информация для тренерского штаба команды. Тренерского штаба, который через пару дней включится в работу, и тогда начнутся настоящие рабочие предсезонные будни для игроков. Обо всем, что будет происходить в команде во время подготовки к сезону, мы обязательно поставим в известность наших болельщиков. Все покажем, все расскажем. Так что надолго не прощаемся. Следите за новостями в клубных соцсетях и на официальном сайте Акбарса. Айда, предсезоночка!